Блять, ладно, пацаны, давайте собрались спокойнее, блять. Сейчас мы дома, коннект должен быть у нас получше. Вот, так что все должно быть нормально. У нас московский коннект будет. Можно беспокоиться. Да. Так. А потому что они далеко, они там, у них основная часть откуда-то с Урала. Я вот лично чувствовал вялость игрока хорошо. Я чувствовал то, что, блядь, меня парковают 20-го, нахуй. Что чувствовал, блядь. Жопу что только получаю, надо. Блядь, сразу же мне в жопу, блядь, упирается, да, игрока, нахуй. В этой схеме главное, блять, это успевать возвращаться в защиту 20. Ну, ЦП, да, нам надо сразу разбегаться и сразу. А когда в защиту, наоборот, в центр прибегать, как при обычном ромбе, да, мы играем. Да, да, да. То есть веером разбегаться. В обороне сужаться, в нападении разбегаться, все, блять. Что там? Ух ты, какой гол забил, прикольный. Застряла команда в этом дивизионе, хотя игроки и болельщики помнят, как еще не так давно клуб поступал на пару дивизионов выше. И в этом году они должны поставить амбициозную задачу и выйти в высший дивизион. И поглядим, как они будут ее решать. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Блядь, Миш. Это обычно же пас. Ну находов здесь надо подключать, блядь, ну. Ну какой нахуй наход, да, да, да такой, Миш. Обычный наход. Я бегу на ускорении, блядь, ты мне ноги даешь. Долго, конечно. Блядь, я специально вперед чуть-чуть убегаю, чтобы ты пас не перехватили. Блядь, выжил, блядь, долго, блядь. Схемы все нарисованы, Миш, блядь, вперед, у нас. Блядь. Мы давно ими играем. Блять, ты пиздец, блять. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Чё это, блядь, такое? Угловой, блядь. Один игрок, блять, один же игрок, нахуй. Чё вы там 20 заделаете? Шкартел. Так, подожди. Давай еще раз. Или что? Ну давай, давай, на синего туда засылай. Верхом. Тут может что-то получиться. И как опасно пробил. Хорошо. Вот это спасение! И подача тут же. Ёб твою мать. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Ром, подумайся. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Миш, на нашей половине старайся не разворачиваться с мячом, а отыгрываться. С кем отыграться? Там все упали. Один упал, ты тебя сломали. С кем отыграться? Играться было не с кем. Удар по воротам. Как-то. С ним, Ром, плотнее. Отлично сыграно, надо решать. Партнеры поддерживают эту атаку. Ну, бля, ебаный, блядь. Это угловой удар. Кульдальня там. В центр штрафной подан мяч с углового. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Пас на ход партнеру. Посмотрим за этой атакой. Шкртел. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть.
Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Морейра, Марини. Удар, опасно! Блестящий пас! Здесь все тащит, сука. Судья показывает на угол поля. Леха, мне там опять в желудке, в животе точнее. Ой, писали. Ну шо? Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Ну что, может быть, навес? Эй, иди. Блядь, я наоборот. Ребят, блин, ну блядь. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Уверенно сыграл на перехвате. Спокойно, мышки играем. Вперед. Видит игрока впереди и от... есть. И удар должен... Хорош. Гол! Мяч в сетке! Игра возобновляется, счет уже 2-1. Лео Куаси. Такие передачи придают атакам остроты. Есть варианты, куда сделать пас. И в штрафной мяч. Атака может быть опасной. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Пиздец, какую борьбу, Макс. Да. Там три игрока было. Мяч покинул пределы поля. Макс, просто, блин, подержи и сунь мне туда во фланково. Давай по флангу сильно. Поднимаемся. Детская ошибка, просто подарил он мяч такой. Он получает он эту передачу, может быть опасно. И что это? Гол! Невероятно, они поехали еще победу. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично, просто на заглядение. Блядь, ну это вот тянет. Опять вдвоем там вы. Тянет просто. Ниже стой. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Морейра, Марини. Она будет подальше от него поставить. Это дотянуло. Может быть опасно. Калаш. Куртел. Навес в центр штрафной. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим углом. Макс. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Оставляет мяч для навеса. Быстро. Они закрепились пас. На чужой половине. Да. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Так. Их там здоровые, видите. Угу. Мы не выпьем. Давай, может, лишний. Да ладно уже, блядь, что делать. Все равно закрыто, блядь. Послушайте, надо больше тренироваться. Ну, так вводить мяч в игру нельзя. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Чаще. Поплыли нахуй. Надо уничтожать. Она синего. Серег, уйди во фланг. Серег, во фланг Козы. Больше уходи, не стой там в центре, блядь. КЗ поменьше. Судья решил добавить 3 минуты. Тут может что-то получиться. Дальний. Штрафную подачу, есть там кому сыграть? Хорош. Блин, я вообще в другую сторону выбил. Дальний полукруг. Я ездил.
И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Партнера мяч переправляет. Хорошо. Ой-ой-ой. Прыгает, пидор, блядь, мяч. Подскочила, кончено, конечно. Сейчас в ногу прилетел мне, я убежал. Могло на ход отскочить. Они играют через ЦАПа своего впереди. Фурмене. Фурмене. Они в один в один стараются обыграть. Ну, один в один, да. Роман Резо на левом фланге, да, который у них играет по нашему правому. Фун, посмотри за этим Фурмене. Фурмене, как он. Так, давайте я заброшу, наверное, блядь, сейчас. Просто тупо мне. Давай, давай, все прям туда бегите, нахуй, вперед. Фунт на второй темп, да. Арбитр дает свисток с начала второго тайма. Смотрим. На фланг. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Блять, я думал, до Сереги долетит, сука. Защита справляется. Ближе, ближе к мячу, плотнее. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Еп, твою мать, блин, ну что? Отбил, заебись, опасно, блин. Я че, виноват, что все вперед бегут? Ну кто вперед-то, блин? Бывается. Играем. Все, все, спокойно. Хорошо. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Повыше, блять. Чуть ты Колян руку поднимаешь. Ох, ёпта. Кто повыше? Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Давай на синего под него туда, Миш, ты поближе к нему. Я повалил. И сзади побыстрее, побыстрее играем. Эй. А спереди Сори, наоборот. Воткнулся. Это будет водиться. Нормально, нормально. С игроками сразу. Кто-то на мне. Можно было получше. Проще. Хорош. Центр. Шкартел. Посмотрим за этой атакой. Еще дальше спокойно. Ух ты, да, я не думал, что мне придет. Бля, как ты мог не думать, Серег? Ну, блядь. Да, это говной бан, не буду больше бить. Да не, бить-то надо, просто далековато. Блядь, опять нах туда убежал. Плохо. Центр. Скрине зачем? Все, до конца матча 30 минут. Все, ладно, спокойно играем. Нормально. Хорошо. Я действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Может получиться интересная атака. Удар. Ну, блядь. Сука. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Хорошо. Ребят, лучше не знаю. Потом. Артем, через меня там можно было сыграть спокойно. Перес. Это может быть опасная атака. Много игры в пас у этой команды, но все это очень далеко от ворот. Блять, как так там? Хорош. Арбитр останавливает игру, исполняет карточку, может показать такое нарушение. Бля, пес, в темку вся команда. Сразу бегите к воротам просто на автомате сразу. Это будет забегаем. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с вводом мяча в игру. И это не нравится болельщикам хозяев. Разумеется, это ничья устраивает. Кидай клашу по флангу. А, может было там обычным кино. Да, вот я там же. Ащет вперед мяч.
Ушел мяч. Аут. Штрафную будет кидать. Ну послушайте, надо. Судья, что ты делаешь, ну, да, блядь? Красный. Давай. Не за спину ебанит. 20 минут осталось играть. Блять, сука. Бля, у нас ни один заброс не прошел. Маша не хочет. Очень дальний удар. Ну, что делать? Вряд ли можно забить. Угловой будет подавать команда. Ну, ага, чтобы перехватили, дом. Блядь, там. Полукруг, и забили полукруг. Сразу. Центр штрафной, подан мяч с угловой. И это должен быть гол! Ю. Ну. И есть гол! Выходит ничего они вперед благодаря этому забитому мячу. И... такой гол здоровый. Не знаю, зачем Коля туда убежал, блин. Без шансов для голки. Вперед, далеко он стоял бы, хуй там, там, блядь, эти есть. Буфон. Это может быть опасно. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Пас голкиперу. Тянут они время. Потеря мяча на своей половине поля всегда таит в себе опасность. Водиться будет. Стоп, машина. Атака завершена. Удар от ворот. Кустан пас. Шкртел. Отлично сыграно, надо решать. Уже не правил, нет. Блестящий подкат. Хороший пас, что дальше? Он накручивает соперников одного за другим. Сука. Все верно, пора сместить акцент атаки. Плохая передача, еще бы ее не перехватить. Блять, и че? Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Игры еще можно успеть сравнять счет. Конечно, можно и преимущество. Блять, Серег. Я стоял на месте только. Там стал специально на месте. И подает штрафную. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие напряженные минуты нас ждут. Чу-чу-чу-чу-чу. Не игры. Свободный удар. Может, сюда уже вперед выйдет? Да, да, вперед, вперед, вперед. Коль, вперед иди. Коль! Давай. Прошу, укрыл мяч. Ты где прыгнулся, колен? Еще, еще. Туда навес. Шкртел. Пару минут за спасение, один гол. Лови момент, как говорится. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Че, какой пас, что ли, играл? Манданда. Защита надежно играет, мяч отобран. Очередной точный пас в его исполнении. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Двигается с мячом вперед. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Финальный свисток. Вот за это мы и любим футбол. Никто не верил в команду, но она вышла, показала достойный настрой. Отборов у нас 5, у них 12.
Посмотри, кстати, повтор, Лёш, как я пробил штангу. Там стрелочка у меня прям в уголочек идет, прям, ну, в рот. Понимаешь, то, что я стиком попал в ровный угол. Я ударил им штангу один раз. Там можешь посмотреть, что там в рот. Стрелочка. По зоме у всех пиздец. Калаша 10 и 16. У Макса у меня, блядь, 17-24, блядь. Я вообще без ничего. У меня Макса 15-19. У тебя 11-12, блядь. Ну, тут без мяча это. Ну, не, понятное дело, то, что у меня не должно было по этой игре без мяча. Oh.